привет, друзья. Я сейчас направляюсь на почту забрать один пакет. Заказывал специальное такое средство для чистки мотора для автомобиля. Проезжаю сейчас больницу, венскую поликлинику, больницу. И вот наверху здесь есть, как видите, огромная платформа. И это платформа для того, чтобы здесь привозили людей, которые пострадали в аварии, в первую очередь, на вертолетах. То есть это посадка для вертолета. Я здесь недалеко живу, в этом месте, в этом районе. И года 3-4 назад я получил такое странное письмо. Ну, для меня довольно странное, в том плане, что был опрос всех жителей, кто живет недалеко от этой больницы. Имеете вы что-то против, если вертолет будет также доставлять больных после 10 часов вечера? То есть по Австрии существует такой закон, что до 10 вечера можно и громко слушать музыку, и не знаю, там веселиться как-то. После 10 часов вечера до 6 часов утра шум запрещен, громкая музыка запрещена. И вот, вот такая вот история. Я, конечно, поставил галочку там, на том месте, что я не против, потому что дело в том, что если вертолет прилетит и спасет кому-то жизнь, это намного важнее, чем кто-то там не уснет или проснется. То есть это на самом деле, я считаю, это какая-то ерунда, какой-то бред. Но вот такие вот письма приходят иногда странные у нас в Австрии. Какое средство я заказал? Это, так как у меня автомобиль дизель, это Golf, 6-я модель. Получается, дизеля, они, конечно, какой бы ты хороший не заливал дизель, у нас очень хороший дизель, топливо высшего качества, конечно. Есть стандартный дизель, есть дизель Ultimate, это самый-самый дорогой дизель, его стоит цена на 20 центов дороже литр. То есть стандартная цена, если это евро, это евро 20 центов. Я иногда таким заправляюсь, то есть это для меня как-то не принципиально. И я хотел попробовать очистить все вот эти для вспрыска, для дизеля внутри в камере сгорания, очистить это все. И купил средство, которое я вычитал на форуме. Средство, которое называется Дизель Райнигер. Это очиститель, дизель-очиститель. И долгое время я уже заказываю, уже лет, наверное, 10-12, все, что мне необходимо, я заказываю на Амазоне. Есть сайт Amazon, amazon.de, это немецкий сайт, ну, есть американский, там, я не знаю, английский и так далее, французский. Я через немецкий сайт все заказываю, и, конечно, это, как правило, в 1.5-2 раза будет дешевле заказывать на сайте. Пересылка бесплатная, и я там заказываю, начиная от аппаратуры, от техники, какой-то одежды, возможно, ну и также вот такая всякая мелочевка. Если в магазине это стоит 20 евро, вот этот очиститель, вот это средство, которое заливается как раз в бак вместе с дизелем, смешивается, и потом это все очищает весь мотор. Так вот, на Амазоне это все можно купить за 10 евро, ну то есть в 2 раза дешевле. Сегодня я получил от Мерседеса письмо с новым журналом, с новые автомобили. И там был, разыгрывается, скажем так, интересная поездка в городок Китцбюль зимой, где также можно тестировать модели, как GL, ML, новые внедорожники Mercedes. Это все на 2 дня. Как правило, я думаю, это суббота-воскресенье. Но я хочу попробовать. Я, с другой стороны, заполнил все своими данными. Высылаю Mercedes в Зальцбург, так как там штаб-квартира по всей Австрии находится. Ну и посмотрим. Вдруг я выиграю, тогда обязательно сниму для вас видео. Ну что, вдруг мне повезет, и я выиграю
выходные с Мерседесиком. А, супер. Данки, видосин. Получила свою упаковочку. Вот как это все выглядит. Самая популярная фирма Liqui-Moly и для дизеля очиститель. Ну, сейчас я поеду на заправочку и попробую. Приехал на заправку и вспомнил сразу, как я вчера смотрел выпуск «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым. Он в Непале показывал ужасную картину, когда люди на мопедах, на скутерах ждут на заправку 9 часов, чтобы заправить мопед на 2-3 литра. Я просто был в шоке, я даже не думал, что есть такое где-то в мире. Ну и, конечно, хорошо, что я не в Непале, а в Австрии, поэтому заправок здесь хватает. И также нету вообще никогда очередей и пробок. Ну что, попробую я залить вот такое вот средство. И потом в последующих видео я вам обязательно, друзья, расскажу, помогло это мне или нет. И могу я это советовать кому-то, у кого дизель, или лучше не советовать. Посмотрим, насколько будет машина потише работать. Смотрим. Интересно вообще. Сейчас я еще заправлюсь. Вот, как вы видите, при помощи банкомата или кредит-карты можно заправиться. Нету персонала, нету никого. И это очень-очень удобно. Движение, пятница. Все рвутся домой, побыстрее домой, побыстрее выехать из города, куда-то в загородный дом, к родственникам, на термальные источники. Все заправляются. Мойка здесь находится также для автомобилей. И дальше находится торговый центр Shopping City Zoo, один из самых крупных в Европе торговых центров. Так, ну вот я уже заправился. На 20 евро 18,9 литров, то есть 19 литров евро 6 центов. Это очень-очень дешево, потому что максимум у нас был дизель евро 50. Потом, как цена на баррель опустилась, у нас также подешевел дизель, и вместо евро 50, евро 40, 1 евро 6 центов, это самый дорогой, самый лучший 100% дизель, а это стандартный. Какой-то маленький автохаус. Я думаю, что это турки здесь продают автомобили. Большинство это что у нас? Audi и BMW идут. Ну и я хочу еще заехать в одно место, купить себе колбасок, потому что я обожаю колбаски, венские сосиски. И я сейчас хочу направиться на завод, который называется Radatz. Есть такая фирма Radatz. И на этом заводе я хочу купить немножко мяса, ветчины, потому что здесь в разы дешевле, все свежайшее.
И мало кто об этом знает, даже из венцев, из местных. Здесь, если стандартно получается, например, 150 грамм ветчины, 2,50, здесь можно купить полкилограмма ветчины за те же самые деньги. Ну вот, я уже подъехал. Так выглядит это все. Кто из Вены, вот вам новая точка, где можно купить дешево и все свеженькое. Я сам недавно об этом узнал, поэтому советую другим. Делюсь опытом и информацией. О, какой интересный автомат. Это что у нас? А, мастерская или ремонт, скажем так, велосипедов. И на такие автоматы мне везет. Вот перед нами автомат, друзья. Первый раз такой вижу в жизни автомат, который продает камеры. Камеры к велосипеду с разными дюймами, с разными димензионами. И этот автомат от фирмы Schwalbe. Это очень популярная фирма, что касается покрышек, камер. И вот камеры, можно купить разные камеры, разных размеров для своего велосипеда, бросая сюда денежку. 8 евро стоит каждая камера. Это очень круто. В моем видео есть где-то также автомат с кроссовками, где можно бесплатно протестировать кроссовки. И вот еще один такой уникальный автомат. Автомат, который как раз продает вот эти камеры к велосипеду.